Ну все, запись пошла. У меня Telegram постоянно какие-то фокусы выдает. Я вот сейчас опять не вижу присутствующих. Ну ладно. Чтобы их увидеть, мне надо вот смахивать экран. Так, доброе утро, Таня, Анюта, так, Ольга, Марина. Пока так. Ну, спасибо, что откликнулись на такой спонтанный эфир. Там я написал, желательно приготовить чашечку с напитком. Я себе наливаю. И то, что я еще, честно говоря, упустил, это вот я заварил чай. Алтайские. То, что я упустил, еще эфирное масло какое-нибудь. Вот у меня тут я на выбор. У меня всегда тут под рукой на выбор что-то есть. Ну вот возьму ладан. Такой интересный вкус. Ладан. Так нормально я буду сидеть. Смотрите. Я использую подушечку вот такую, хотя могу сидеть спокойно с раскрытыми бедрами вот так, да. Но на ретрите в Башкирии, там у нас был такой ашрам, отдельный зал с подушечками. Я посидел на подушке, это очень высокая подушка, но я вот на ней сегодня посижу, попробую, потестирую, ни разу на ней не сидел, хотя она у меня есть много лет. Почему подушечку начал использовать? Чтобы снять напряжение с вен, которые пережимаются. И ну, в моем случае у меня от длительных медитаций начали выступать венки вот на левой ноге. Пережимает где-то. Я, соответственно, сейчас берегу свои сосудики, венки и не стараюсь не сидеть прямо вот долго на. Хорошо, давайте начнем. Все. Проверил, что есть эфир. Итак, я вас пригласил посидеть вместе и сделать такую практику медитации 6 чувств. Какие у нас есть органы или способы восприятия мира? Вот через что мы воспринимаем мир? Да? Глаза. Это вот осознавание глаз в буддийской терминологии. Осознавание уха, то есть звуки. Дальше что у нас идет? Запахи. Вот я это делаю, а вы перечисляю, а вы, соответственно, переводите туда внимание. Запахи, вкусы, телесное осознавание, то есть вся соматика тела, вся наша тактильность, датчики там, температуры, давления и прочее, прочее, вся информация, которая идет от тела. И осознавание самого процесса осознавания, осознавания ума, осознавания феноменов, различных процессов, чувств, эмоций, и все, что там у нас в пространстве нашего, того, с чего мы себя собой представляем, чем мы себя представляем, вот там внутри нашего пространства идут вот эти процессы. Они перемещаются, двигаются, там мысль появилась, длилась, исчезла, чувство, эмоция, какое-то ощущение, ну и так далее. Все меняется. И вот это предмет для нашей медитации, нашего наблюдения сегодня. А на примере я хочу взять чашечку чая, и мы на примере рассмотрим, вот как осознанное чаепитие, один из примеров, как это можно по
поработать. А работать мы будем нашим вниманием. Давайте. Для начала осмотрим помещение. Посмотрите на предметы, объекты, на то, что вас окружает. Какая-то, может быть, привычная комната, но, тем не менее, понаблюдайте, что есть. Визуальный канал насыщаем. Потом переходим к звукам. Взгляд у нас останавливается на какой-то вот одной точке перед собой, чуть выше горизонта, и мы его расфокусируем. Глазки не закрываем, слушаем. Что значит осознавать звуки? Я знаю, что я слышу. Я знаю, что я слушаю. Вот оно было фоном, а сейчас так, хоп, я туда сфокусировал свое внимание на восприятие звуков. Хорошо. Теперь со следующим очередным вдохом мы чувствуем запахи. Почувствуйте ароматы, какие присутствуют в вашем пространстве. Повдыхайте ароматы. Переходим к телесным ощущениям. Почувствуйте тело. Здесь мы можем немножечко задержаться, как бы хорошо прочувствовав, понаблюдав за вот этими прикосновениями тела к полу или там к подушке, к стулу, на чем вы сидите. Можно сидеть на стуле. Важно сохранять прямую спинку. Важный аспект. Желательно не прислоняться к стене по возможности. Почувствуйте вот свою позвоночник, свою линию позвоночника. Мы можем подключить уже дыхание. На вдохе мы двигаемся по позвоночнику вверх, вырастая в небо макушкой, отпуская как бы голову. А выдох, стекая, почувствуйте, как плечи тяжелыми становятся, руки, ноги, мы стекаем вниз. Вдох вверх, выдох вниз движение. Почувствуйте сердцебиение, процессы внутренние, сердцебиение, дыхание, какие-то, может быть, еще ощущения. И определите свое сейчас состояние. Это мы уже к шестому чувству переходим. Определите свое состояние ума. Понаблюдайте за умом, за эмоциональным статусом, чувства какие есть, как они вот сейчас ощущаются, как все это меняется там внутри. И давайте сделаем 3 глубоких вдоха и выдоха. Это такая небольшая настроечка была. Вдох. Выдох, облегчение. Еще больше отпускаем. Опускаем, опускаем, опускаем. Вдох. Выдох.
Вдох. Выдох. И сейчас мы просканируем тело своим вниманием. Каждый выдох направляем в определенное место, которое я буду называть. Или просто туда внимание помещаем. Тем самым, вот представьте, что мы будем как бы прикладывать ладошки к каждому этому месту. Приложили ладошки, вот мы как вниманием накрыли и обратили, то есть наша нервная система туда как бы устремляется, что там, что там. И, как правило, поощрение, если мы что-то расслабили, вот центральная нервная система нас всегда поощряет такими приятными ощущениями. Что-то нашли, а что расслабить, почувствовали приятно. Нашли, что расслабить, почувствовали приятно. Сохраняя позу, сохраняя спинку, почувствуйте глаза и пространство вокруг глаз. Я просто буду называть часть тела, внимание, переводим туда язык от кончика до корня. Нижнюю челюсть. Места крепления челюсти отпускаем. Можно мягко подвигать вправо-влево. Там много-много всегда напряжений. И еще нижнюю челюсть, места крепления челюсти. Область висков проглаживаем. Помним, да, как будто бы такие приятные теплые ладошки туда помещаем и чувствуем расслабление. Лицо, кожу, мышцы можно добавить. Если чувствуете, что где-то вот в лице есть напряжение, всегда срабатывает улыбка. Растягиваем губы в улыбку. И наблюдаем за изменениями. Волосистую часть головы почувствуете. Уши. Затылок. Хорошо, почувствуйте плечи. И руки такие тяжелые, стекают из плечей. По спине пройдемся вот лопатки, серединка спины, поясница. Спереди область горла, ключицы, грудь, ребра, солнечное сплетение, живот. Бока почувствуйте, таз, ягодицы, промежность. Тазобедренные суставы, бедра, колени. Икры, голени, стопы. Еще раз мягкая такая улыбка. Чувствуем глаза, язык, кончики пальцев на руках, кончики пальцев на ногах. Хорошо. И сейчас мы с вами давайте поднимем руки вот так, вот таким образом, и толкните руки назад. Это для чувствования мышц спины, широчайших мышц спины, для осаночки. Хорошо, мягко наклонитесь в одну сторону, в другую сторону, повернитесь в одну сторону, в другую сторону. Руки чуть повыше. Назад отодвинули. Чуть пониже. Ниже. И еще ниже. Всю, весь объем широчайших мышц. Давайте вот так. Хорошо. И все это отпускаем. Садимся.
Чувствуем приятное ощущение в спине. Если чувствуете, что вот спина не справляется, ну, для начинающих, вот периодически можно мягко, так осознанно. То есть я знаю, что я поднимаю руки, я знаю, что их эту мышцу спины напрягаю. Вот, но давайте в ближайшие 15 минут мы не будем двигаться. И теперь я буду называть канал восприятия, что мы будем осознавать, и мы вниманием уходим в глаза сейчас. Какое-то время я ничего не буду говорить. Удерживайте внимание в зрительном канале, взгляд расфокусирован, осознаем, знаем, что мы смотрим. Вот как мы это понимаем. Периферическим осознаванием, периферическим восприятием мы слышим и мой голос, и какие-то звуки, какие-то, может быть, запахи, вкусы, ощущения, сигналы из тела, мысли, которые меняют друг друга. Но если будет отвлечение, если вы заметили отвлечение, то мы возвращаемся к визуальному каналу. Смотрим. Взгляд расфокусирован. Давайте тело использовать, ощущение тела как индикатор нашего состояния. Давайте 30% ощущений и осознавания мы в теле оставляем. Тело у нас всегда реагирует на те или иные события. И вот этот расфокусированный взгляд может выцеплять в этом вот области восприятия наших глаз. Мы можем какие-то объекты, там вот, ну вот у меня тут стена, какие-то царапинки, узорчики, книги вот сбоку лежат. И я периодически вот могу взаимодействовать с тем или иным объектом через визуальный канал. И тело, как лакмусовая бумажка, нравится, не нравится. Через тело можно... Ой, через вот этот объект можно выйти на какое-то воспоминание, на какое-то облако, как облако всплывает. Вдруг что-то напомнило или какая-то фантазия пришла. Мы за этими феноменами всеми наблюдаем, они как фоном идут, но стараемся сохранять фокус внимания на глазах, на визуальном канале. Как йоговская тратака. Пристальный взгляд. Всматривание. Мы всматриваемся в пространство. Даже если это просто стена, в дзен-буддизме, у нас дзен-буддистская практика, мы просто сидим. Шикантаза называется, так, если что. И, ну, дзадзен еще ее называют. Там есть различия, но в общем и целом это дзадзен. И медитирующие в дзадзен, они вообще просто в стену смотрят. Всматриваются в стену. Вот в моем случае я чуть выше экранчика телефона, в стену высматриваю, что там.
Тело может как-то реагировать, если таким или приятным ощущением, или может что-то напрягать. Вы все это внимательно, ну, все своим вниманием мы наблюдаем за этим, наблюдаем за всеми феноменами, что происходит в теле при, ну, во время всматривания. Хорошо, теперь давайте перейдем в слуховой канал. Теперь у нас вслушивание. Взгляд ослабевает, если он мешает, мы немножечко прикрываем глаза, щелочки оставляем. Слушаем звуки. Звуки могут быть разного происхождения, разной длины, тональности, в разных местах возникать. Если у вас кто-то, ну, в доме, в квартире там создает звуки, ничего страшного, это не помехи, это наоборот наши объекты внимания, для наблюдения. Мой голос периодически возникает из тишины или из какого-то фона. Слушаем. Как будто бы мы шли бы, если бы мы шли в лесу, в темном лесу, в сумерках, и нам нужно пройти лес, чтобы попасть домой. И вот такое вслушивание, всматривание, то есть у нас внимание идет все на этот процесс, весь ресурс. Мы распознаем звуки, чувствуем, как тело реагирует. На тот или иной звук. Хорошо. И мы также, если мы бы шли в лесу, мы бы и принюхивались. Давайте. Сделаем вдох и почувствуем ароматы, которые присутствуют в вашем пространстве. Принюхиваемся. Параллельные процессы происходят, мы их не игнорируем. Процессы, которые происходят в уме, внутри нашего пространства осознавания. Внутренний комментатор пытается, как правило, прокомментировать, что за звук, если мы его сейчас слушаем. Кто его издает, зачем. Может появиться от какого-то звука приятное ощущение, от какого-то раздражения, от какого-то нейтральное. Наблюдайте. От приятного, неприятного и посерединке нейтрального, по этой шкале. Безоценочно, просто, ну, приятно или неприятно. Но так как мы это наблюдаем, тело будет реагировать все равно приятными ощущениями. Потому что мы это осознаем, мы это наблюдаем.
Даже если под окном тарахтит трактор, первое время это может раздражать, а потом мы просто это используем как объект. Или поют птицы. Вот сегодня поют птицы, прямо тепло на улице. Хорошо. Переходим в область рта, языка. Почувствуйте какие-нибудь вкусы. Там остатки, может быть, утреннего чая. Мы еще к чаю вернемся. Пусть он отдыхает пока, ждет. Вкусовые ощущения от зубной пасты, может быть, или кто-то, может, уже покушал. Или можно представить лимон. Осознавание языка. Осознавание носа было, теперь языка. Я вижу, что кто-то, вот Оля подключилась. Вы просто тихонько, если хотите продолжить, ну, в смысле подключиться, то потихонечку садитесь и подключайтесь с того момента, с которого мы сейчас где находимся. Осознавание языка, вкуса. И переходим к телу, к соматике тела. Почувствуйте вот точки опоры, тяжелый низ, легкий верх, одежду, касание воздуха и прочее, прочее, что сейчас может быть где-то вот по шкале приятное, нейтрально, неприятно. Определите состояние ощущений в ногах, в руках, в животе, в спине, в голове. Вот сам позвоночник часто доставляет, ну, не всегда приятные ощущения. Периодически вспоминаем про макушку, подвешиваем себя, как будто вывешиваем за макушечку. Тело у нас наш индикатор всего того, ну, индикатор входящих стимулов, сигналов. Мы с вами прошлись. Вижу, слышу, обоняю, чувствую вкус. И теперь мы чувствуем тело. Как тело реагирует? Если мы чуть-чуть добавим улыбку, можно понаблюдать, как тело реагирует. И если получается еще стать мягче, расслабленнее, то тело наша уже центральная нервная система еще поощрит приятными ощущениями нас. Намного эффективнее мы функционируем, когда нет лишних напряжений. Когда симпатическое, вот это возбуждение, симпатическая нервная система затихает, и парасимпатическое, вот это расслабление, начинает доминировать. Вообще они существовать должны в балансе. Возбуждение и расслабление. Хорошо, понаблюдаем за мыслями, за возникновениями. Вот найдите место, область, где вот появляется мысль, длится, исчезает. При этом какая есть эмоция. То есть мы шестое осознавание – это
осознавание наших феноменов, явлений, которые внутри нас происходят. Они бесконечной такой чередой меняют друг друга. Приятно, не... вот если простить, то это приятно, неприятно, да? Приятно, неприятно, нейтрально. Но намного сложнее это в реальности. И вот тело, мы оставляем внимание в теле и наблюдаем, как меняется состояние наше, психическое состояние, ментальное. И я специально не делаю длинных таких остановок на каждом чувстве, чтобы внимание не утомлялось, не начинало прыгать, там, бегать по всему подряд. И теперь мы просто посидим вот в режиме дзадзен, просто сидеть и наблюдаем с открытыми глазами. Наблюдаем, куда у нас внимание перемещается в каждый момент времени. Глаза, уши, нос, язык, тело, ум, ну, чувства. Вот примерно по такой схеме оно может внутри перемещаться. Просто сидим несколько минут. Хорошо. Теперь делаем глубокий вдох. Расправляемся. Можно чуть-чуть расправить грудную клетку. Выдох. Вдох. Мягкий прогиб делаем. Можно. Выдох. Потянули вдох. Выдох. Хорошо. Да. Все-таки на возвышенности даже мне сложнее сидеть. Хорошо. Теперь берем то, что мы приготовили, чашечку с чаем. Вот я немножечко освежу ее, чтобы была температурка. Чашечку с чаем или с любым другим напитком мы ставим перед собой. Вы можете сидеть за столом. Я буду в своих привычных тут позах находиться. И мы визуальным своим каналом, то есть глазами, смотрим на этот объект. Что это? Вот каким-то образом я определяю это. Это чашка.
Вот посмотрите на свою чашку, на то, что внутри, и понаблюдайте, как реагирует, ну, какая реакция происходит. Какие феномены, какие процессы начинают происходить. Например, в данной чашке я ее специально, может быть, не специально, но вот у меня рука потянулась за этой чашкой. Для этой практики эта чашка из Индии, подаренная мне на день рождения определенными людьми, у меня сразу же возникают конструкции в уме, теплые ощущения в сердце и такие воспоминания. Я вот это все наблюдаю в себе сейчас. Понаблюдайте, что у вас происходит. Визуальный контакт. Важно, чтобы это нравилось. Если это не нравится, определите это и больше не берите такую чашку. На мой взгляд, из того, что не нравится, пить не нужно, чтобы не добавлять каких-то вот неприятных ощущений в свою жизнь. Теперь мы тактильное ощущение используем. Можно ее взять, потрогать. Вот она тепленькая, фактура какая-то. Еще больше поразглядывать. Это у нас следующий этап – тактильность. Вот как она тяжеленькая. И мы внимание вот на пальцы рук, на вот эти вот ощущения выводим. Теперь, когда мы с этим повзаимодействовали, пришло время понюхать, осознать запахи этого чая. Нравится, не нравится, нейтрально, что-то напоминает, что-то может, какой-то процесс опять возникнуть. Ну вот я траву заварил, мне сразу же вспомнился сеновал. Как-то я жил на сеновале неделю целую. Вот мне вот этот запах. Угу, хорошо. Делаем глоток. И позволяем языку, всем рецепторам включиться. И поощущать, понаблюдать за вкусами. Можно 2-3 глотка сделать. Ждем, пока глоток, ну вот этот комок вот этого чая двигается по пищеводу, как вот он начинает согревать желудок, и какие-то дальше у нас уже феномены появляются. Реакция нашего организма, нашего тела, нашей с вами нервной системы на уже вкус, температуру, сам процесс этот и на химию чая. И чая или у вас там может быть кофе, какао или что-то еще. Любимый напиток утренний. Понаблюдайте, есть ли реакция. Появляется что-то вот такое вот. Если это любимый напиток, ну может появиться такое тепло, такое ощущение уюта, любви. Таким образом, в простом чаепитии или в простом сидении, вот мы сели, у нас участвуют все, с точки зрения буддийских техник, все 6 чувств. Глаза, уши. Ну, здесь мы можем ушами воспринимать. Вот я специально громко сейчас втянул чай, звук также может участвовать. Например, когда чай наливается, вот чайных церемоний, вот эти все вот звуки, поставили чашечку, подняли, вот эти бульки, все это тоже звуки, и все это тоже объект для приятных наших наблюдений и ощущений. Из простой, обычной, ежедневной
церемонии, вернее, из простого действия можно сделать такую церемонию, можно сделать медитацию. Причем это времени занимает ровно столько же. Увидели, потрогали, почувствовали, понюхали, глотнули. И не заглатываем дальше, 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 а чувствуем, как этот процесс пошел. Процесс. Вот. И вот в следующий раз, ну, завтра можете, вот у меня тут разные масла есть, но я вот дотеровское взял, но качественное, ладан. Мы можем повзаимодействовать через нос более активно, сделав себе вот капельку на ладошку, можно ее растереть и подышать в ладони. Желательно использовать качественное масло, тут можно с этим запахом побыть. И запах у нас сразу меняет наше ощущение себя. Сразу же появляются новые чувства, новые эмоции. С каждым запахом. Понаблюдайте это. Хорошо. Лыжечку обязательно закрыть плотно, чтобы не выветривалось. Хорошо, еще минуту сидим. Просто сидим. Задзен. Открытое слушание. Еще один такой термин. Не очень может быть понятный, но это когда мы всеми органами чувств воспринимаем то, что сейчас происходит. В режиме онлайн. Присутствие. Давайте лучше присутствие. Давайте поприсутствуем. Еще минутку. Добавьте улыбочку. Хорошо. Трем ладошки. Благодарим себя за возможность побыть с собой. Умываемся. Можно не касаясь. Вот лицо, шея, уши, грудь, живот, руки. Определяем свои границы. Телесные, спинку, ножки. Вытягиваем. Я говорил, что у нас будет небольшая зарядочка, ну совсем небольшая. Постучали ногами по полу, потрясли ножками. Вот так, чтобы приятно было. Покрутили вместе с коленями и с тазобедренными суставчиками. Вот мы так вот крутим. Очень приятное должно быть. Это для коленей отличное упражнение, если у кого колени тазобедренные, ну, колени. И также мы стопы здесь разминаем. Давайте стопы. Теперь согнули ножку, разогнули, согнули. Если трудно сидеть, но спина круглится, там, ну, заваливается назад, руки сзади. Руки сзади. Хорошо. Теперь ножку полуподмасану, вирасану. Подмасана. Ага. Так. Увеличиваем. Так. Диапазон движения тазобедренных. Давайте еще. Не. И еще раз. Так. 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 Еще. Так. 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 И теперь мы одну ножку делаем внутрь, другую наружу.
Вот таким образом. Разворачиваемся вправо. Давайте правая нога вот так согнута. Левая вираса. Вот так видно, да? Вот, пробуем сесть. Развернулись вправо. Вдох. Выдох. Развернулись влево. Вдох. Выдох. В правую сторону развернулись, легли. Вдох. Выдох. В левую сторону развернулись. К левому колену. Хорошо. И прямо опустились. Угу. Поднимаемся. Меняем. Теперь левая у нас здесь, правая сзади. Развернулись. Вдох влево. Выдох. Вправо. Вдох. Выдох. Влево опустились наклон. Вдох. Выдох. Каждая сторона может по-разному действовать. Например, это у меня как-то хуже сидится. И даже вот не дотянулся. Но наблюдайте. Правая и левая, она может быть по-разному развита. И вперед. Вдох. Выдох. Хорошо. Встаем. Меняем. Давайте попробуем вот так встать. Так, сейчас я в этих штанах мне не очень показать. Ладно, садимся. Встаем на колени. Вот. Раз, два. Сели. Раз, два. Сели. Раз, два. Сели. Хорошо, на коленочки сели. На коленочки. На вот таком. На пальцах. Поднялись. Сели на пятки. Поднялись. Пятки, пальцы. Поднялись. Вытянули пальцы. Поднялись. Угу. Поднялись. Хорошо. Теперь ставим ладошки перед собой. Прогиб, вдох. Антипрогиб, выдох. Прогиб, вдох. Антипрогиб, выдох. Прогиб, вдох. Антипрогиб, выдох. Собака головой вниз. Вытянулись. Посмотрели вперед. Прогиб. Посмотрели назад. Выдохнули, втянули живот. Посмотрели вперед. Вдохнули. Посмотрели назад. Вытянулись. Посмотрели вперед. Посмотрели назад. На носочках поднялись. С правой стороны опустили. Выдох. Поднялись. Слева выдох. Поднялись. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох. Хорошо. Левая нога вверх, вдох. Шаг вперед. Выдох, колено внизу. Прогнулись, вдох. Выдох. Шаг. Нули назад, правая нога вверх, вдох. Шагнули, выдох, колено внизу. Прогнулись, вдох. Отшагнули назад, выдох. Подпрыгнули или подшагнули к рукам. Можно просто шагнуть. Вытянулись, вдох. Наклоне, выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Наклон, выдох. Левая нога назад, вдох. Планка, выдох. Вдох. Опустились на 8 точек, выдох. Кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Левая нога вперед. Колено вниз, вдох. Прогнулись. Наклон. Выдох. Руки через стороны вверх, вдох.
Наклон. Выдох. Правая нога назад. Вдох. Планка. Выдох. Планки. Вдох. Опустились на 8 точек. Выдох. Кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Правая нога. Вперед. Вдох. Наклон. Выдох. Руки через стороны вверх. Да? Выдох, руки вниз. Хорошо, садимся. Немножечко размялись. Ой, время-то сколько. Ладно. Приятных выходных. Завтра, кто желает, мы продолжим уже более компактно. Просто сегодня нужно было объяснять. Если есть какое-нибудь масло, возьмите. Любимую чашечку с любимым напитком тоже приготовьте. Вот. Все, спасибо. До завтра, те, кто подключится. Дайте мне пальчики, обратную связь, кто занимался или кто уже кофе пьет. Хорошо. Все, пока.